Многофункциональный центр Ульяновска пополнился новым оборудованием. Криптокабина этим летом начала служить людям. С ее помощью можно оформить загранпаспорт, минуя очереди в отделах ОМВД. Сотрудники милиции, у них очень такой плотный график, и не каждый день они, наверное, принимают, а все офисы МФЦ у нас работают, как правило, по 12 часов, и наш данный офис конкретно именно 12 часов. Сначала необходимо подойти к оператору МФЦ с пакетом документов. Паспорт, либо свидетельство о рождении для несовершеннолетних. Также необходима квитанция об оплате госпошлины. Далее специалист проводит в кабину, в которой произойдет биометрическое таинство. Просканируется штрих-код и паспорт, затем отпечатки пальцев и фото. В среднем на сканирование штрих-кода, биометрических данных и на фото уходит 5-7 минут. И, кстати, если кадр не понравился, легко можно переснять. Информация, поступающая в кабину, защищена. Утечки быть не может, заверяют сотрудники МФЦ. Кабину поставили в начале июля. Сначала ее испытывали и настраивали. Работать она стала на днях. С ее помощью уже оформляются два биометрических паспорта. Такой же гаджет есть в Димитровграде. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.